Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, мы возвращаемся в опасный мир зомби-апокалипсиса и продолжаем следить за развитием событий в истории Пилигрима Эйдена в игре Dying Light 2. Друзья, узнаете места? Да-да, я в старом Велидоре. А как я сюда попал? Приехал на метро, мы с вами получили функцию быстрого перемещения и станция метро в старом Велидоре тоже оказалась активной и тоже есть возможность быстро перемещаться. Видимо, включение электроэнергии сказалось не только на Central Loop, но и на старом Велидоре. Как я понимаю, это один большой город, просто мы в разных его районах. А что я здесь делаю, кто-то спросит. Я пришел пофармить уникальных голов. Именно уникальных. Что за головы? Вот они. Уникальный трофей зараженного. Мне нужно еще 3 для того, чтобы апнуть до последнего уровня вот эти вот метательные ножи. И у нас будет крафтиться по 5 ножей за один присест. Я считаю, что этим надо обязательно заняться. Для того, чтобы нам эти головы нафармить, друзья, нам нужно где-то поискать уникальных зомби, да, таких как прыгун, ну и все остальные тоже уникальные, я думаю, подойдут. Видимо, с них определенный шанс тоже есть. Мы с вами отправимся сейчас вот сюда. Да, отправимся днем. Мы помним, что там был у нас такой, да, один товарищ уникальный. Днем концентрация зомби больше, и, возможно, тех же прыгунов тоже будет больше. И это хорошо на самом деле. Поэтому давайте-ка мы с вами прогуляемся именно туда. Так, а это у нас что? А это у нас что? Подожди, подожди, а это что? Это мы куда залезем? Допустим. Ну, зомби, да? Эйден, ты можешь слезть? Боже мой, ну что мне надо сделать, чтобы ты слез? Как мне тебя надо уговорить? Попросить? Умолять? Я не знаю, что нужно сделать. Залазит на лестницу, блин, и сидит, втыкает. А, это, видимо, просто домишко, ясно. Мы туда не пойдем. Нет, нам туда не надо. Очень хочу добить. Мне надо 9 голов для того, чтобы сделать апгрейд. Да, я даже знаю, где он. Будет, скорее всего, сложно, потому что зона здесь явно непростая, и вероятно, что мы будем умирать. Такой расклад не исключен, что мы будем умирать. А не, брат, ты не залезешь, я знаю. Я уверен, ты не залезешь, друг. Ты не залезешь. Сейчас мы будем больно падать. Но я перекатился. И мы больно не упали. Извините. Дайте я просто уйду, вы запарили меня. Короче, погнали тогда тем входом зайдем, про который мы знаем. Без всех этих заморочек. У нас сейчас есть фонарик, да, в случае чего мы сможем посветить в лицо этим тварям. Ультрафиолетовый фонарик, но правда его надо поставить, причем... Его надо поставить в ущерб... О, смотри, штукенция какая, да? Но, блин, да, она бы была полезна, конечно, если бы... Мы бы умудрялись бы допрыгивать туда, куда нам нужно. И если бы Эйден, братка мой, любимый, хватался бы за вот это вот все дело. Но нам нужно будет выбрать. Либо мы пользуемся ножами, либо мы будем светить фонариком. Я думаю, что мы будем пользоваться ножами. В приоритете. Ножи прыгуна останавливают. Все остальное... Мужик, ты запарил. Мужик, ты запарил меня. Чудо-паркурщик. Там, скорее всего, тварь будет ждать уже на входе, мне кажется. Что-то попробуем с этим сделать. Но, блин, будет сложно, друзья, я в этом почти уверен. Давайте мы... А, то есть перевязываться нам не нужно. Тогда мы с вами вот что сделаем. Что у нас за оружие? Давайте мы что-нибудь выставим. Где наш меч? Вот он, 90 урон. Годится. Будем ли мы его модить? Пока... Нет, получается 25, 35, да, там 50 дает. Нет. Мы хотя бы просто выберем его. Вот, все. Ну что, падаем? Вот она, тварь, уже ждет меня здесь. Отлично, отлично. Идеальный расклад. А ты пошел отсюда. А ты, говорю, пошел отсюда. Одна голова есть, друзья. Одна голова хорошо, а 3 лучше. Это вам скажет любой Змей Горыныч. Так, смотрите, есть пути обхода, да?
Есть пути обхода. Есть головушка, хорошо. Блин. Давайте-ка мы зажжем, наверное. Немножко. Выманим, возможно, эту тварь сюда. А, блин, ножи поставить срочно. Давайте лучше вот эти ножи, эти покруче будут. Так, но тварь не придет, потому что дверь, да? Давай, Эйден, и валим сразу. Вот сюда. Немножко подождем. Мне бы на ножи поймать его, и все. И эта тварь моя. Только бы на ножи поймать. Жесть, там геноцид, смотри. Вот они, вот они, вот они, вот они. Сколько? Шикос, просто шикос. Рву твари пачками. Просто пачками кладу. Воу. Знали бы, как стрёмно, друзья. Если бы только знали. Голова и голова. Все, можно умирать. Если даже вдруг чего. А, это эти левые чуваки, да? Иди сюда, сейчас я вас всех просто закашу. Перекашу всех вообще. Гады проклятые. Что ты думаешь? Тебе не достанется, всем достанется. В очередь, дети. Да пошел ты. Руки убери. Куда же руки свои? Так. Заваруха. Ох, доктора пополам секанули. Пошел вон. Работает рыцарь Эйден. Тихо. Давай-ка оттянемся. Бабам! Игра престолов начинается у нас с вами. Бабам! Слушай, как хитро поставил разработчик на входе, да, трех. Трех этих самых сильных противников игры, да? Так, вот у нас уже фиолеточка везде тут подсвечивается. Давайте-ка забирать все, что плохо лежит. Ох ты, смотри, какая химия жесткая здесь. Не, мы туда не пойдем. Та-та-та. Аккуратнее будь с режущими предметами. Вот она, тварь. Тихо. Ловим на ножи, на ножи. Режем. Все. Минус тварь. Зажигай. Ножи ставим сразу. Вполне возможно, еще один есть. Жареный. Давай, до свидания. Так, мы там выжгли всех, да, походу? Друзья, есть подозрение, что это самый сложный инст в этой игре. 4. Днем здесь 4 чертовых чертенка. Давай. Так, смотри, ингибиторы впереди. А за прохождение этой штуки нам дадут 4, друзья. Ух ты, контейнер. Доктор, не лечите меня. Доктор, будьте добры. Быстрее. Эйден, Шмейден, быстрее. Ай, жесть, где? Ой. Угнать за 60 секунд, друзья, где? Вот. Нет, где? Давай, братка, давай.
Давай, не знаю что, выходим отсюда. А-а-а. Как прижгло одно место. Тихо, ты чего? А, тебе... Я понял, все, сейчас, брат, подожди. Подожди, а тут же где-то была вроде лампа, да, или что-то подобное. Давай посмотрим, пока растираем грибосы. А, ну здесь как минимум можно стопорнуть инфекцию, да? Хорошо. Все, последний грибочек, и давайте мы с вами сейчас модифицируем наш меч хотя бы на огонь, это придаст ему прочности, и мы сможем уже зажигать здесь, не по-детски. Просто не по-детски. Да, прочность, ну, почти до максимума, ладно, плюс-минус там. Блин, меч крутой, конечно, очень жалко, так неохота его терять. Так с ним классно. Контейнер с ингибиторами. Контейнер с ингибиторами, это хорошо. Блин, вот это место вообще, смотри, какая жуть просто. Как эта химия разлагается. Там, по идее, даже дышать нельзя в этом пространстве. Ты просто там должен окочуриться от одних паров этой дряни. Так, мыло. Хорошо. Вот он, вот он. Вот он мой приз. Заперто изнутри, да? Так, что-то фиолетовое. А, это пшикалка, да? Мне кажется, я знаю, что это за вход. Ой, смотри, взломать можно, да? Ну правильно, ты решаешь обойти и натыкаешься на эту тварь. Четвертого, друзья, прыгуна в этом месте. Хорошо, что он здесь не сидит, блин. Отчет главврача Кацуми. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Мы никуда не торопимся, в принципе. Сейчас послушаем хотя бы вот эту кассетку. Отчет главврача. Вот он. Доктор Стивенс, благодарю за поддержку в процессе передачи мне должности главврача ВГМ. Понимаю, руководству нужен козел отпущения из-за утечки вируса, но ваше увольнение выглядит непродуктивно. Тем ценнее, что вы согласились просматривать мои отчеты перед их отправкой совету директоров. 20 октября 2021 года. Отчет ВГМ по развитию эпидемии. После первых случаев в Цюрихе и Париже инфекция разошлась как лесной пожар. Речь идет о штамме 2014 года. Мы называем его тахитрансмиссивным вирусом Харрена, или THV. Он летален и крайне заразен. Мы рекомендуем следующие меры. Нужно срочно закрыть все европейские границы. Приостановить гражданское авиа и ЖД-сообщение. Правительствам следует ввести следующие процедуры. Изолировать вероятно зараженных. Ввести карантин для всех, кто с ними контактировал. Немедленно ввести домашнюю изоляцию. Тела погибших следует сжигать. Введение ограничений сейчас замедлит распространение вируса. Нам нужно время на создание вакцины и начало сотрудничества с частными компаниями. Наши усилия в ближайшие недели определят нашу судьбу. Что-то это мне напоминает. Закрытие границ, авиасообщений, бла-бла-бла. Что-то это определенно мне напоминает. Смотрим, сколько ингибиторов. Один. По идее, за прохождение этой штуки мы должны получить тоже что-то, да? Давайте посмотрим, кстати, на карте, как у нас сейчас это выглядит. Это выглядит пока не пройденным. Добудьте ингибиторы и усильте свои характеристики. 4 ингибитора. Смотрите, возможно, здесь просто несколько контейнеров. А возможно, друзья, да. Так что поищем, наверное, походим.
Да, кстати, смотрите, у нас срабатывает этот, да? Контейнер с ингибиторами. Подожди. 4 метра. Но мы же не можем на пустой реагировать, или можем? Нет, явно не про этот контейнер речь идет. 7 метров. Да, под нами, друзья, под нами есть еще контейнер, хорошо. И наверняка будет еще тварь. Давайте за... А, нет, блин, подожди. Давай захилимся, друг. Это что за аптечка? Какого уровня? А, не знаю. 99, 16. Давай возьмем, которая 16. По-моему, то же самое, мне кажется. А, нет, возможно, это мои аптечки, которые были накрафчены, да? Они чуть получше, тогда мы их пока оставим. Так, окей, какие есть варианты здесь? Да-да-да, там по-любому будет эта тварь. А как бы нам быстро сыграть? Вот прям, чтобы быстро-быстро. Нам нужно сжечь там все, сейчас успеть, по крайней мере. Но они не ломанулись, блин. Я, конечно, хотел бы, чтобы ломанулись, но... Не пойму. А, жесть. Да, блин. Обидно, черт возьми. А, ну как обидно. Ладно, сейчас вернемся сюда. Короче, в баню, друзья, эти коктейли Молотова, ну их к черту. Я их так всех перебью. Мне самое главное этого на ножи поймать. А получается так, что я коктейль швырнул, а в голове швыряться ножами, да? То есть и... Все. И я швыряю коктейль Молотова, второй раз себя сам взрываю этим коктейлем. Погнали, сейчас мы эту тварь убьем. По-любому. Слезь, слезь, пожалуйста, друг, брат, сват, слезь. Вот она, тварь. Две. Шикарно. Итого, сколько по счетчику у нас с вами? 6, да? Уже шесть. Жестко, просто очень жестко здесь. Но зато это то, зачем я сюда пришел. Плюс приятный бонус — это ингибиторы. Плюс за прохождение мы получим тоже ингибиторы. Тихо, успею. Не успел, ну в смысле успел, но не так, как хотел. Так что... О, аптечка, да, стоит? Очень удачно, очень удачно. Вот это вот да, аптечки надо пользовать. Так, где еще кто может быть, интересно? Ну вот они, твари. Мне самое главное эту остановить. Но, по-моему, нет. Пока это не они. Хорошо. А, заперто изнутри, хитро. Доктор. Доктор, успокойтесь. Возьмите себя в руки, доктор. Не надо паники. Так, итого, там их было 4 наверху, 2 здесь. Вполне возможно, что еще есть. Хотя, возможно, со всего этого инста мы с вами получим в итоге
ингибиторы, да, в количестве 4 штук. Тихо, внимательно смотрим, кто идет. Вот там меня интересуют две желтые метки. Крайне непонятно, кто это пока. А, нет, это не они. На. На, пошел. Да иди ты в баню, чертик проклятый. Блин, да проще, пацаны, с вами вот так вот разобраться на самом деле. Все, отдыхайте. А, так, контейнер есть фиолетовый, хорошо. Давайте вот сюда для начала. Нервишки, однако, да, друзья, пошаливают? Согласитесь. Да, и еще один контейнер показывает. Получается, здесь несколько этажей будет. Ну что ж, сегодня тогда мы с вами зачищаем вот этот инст. Вот эту зону. Сложно, но ничего. Прорвемся. Да плевать на него, на этого доктора. У него там максимум тряпки какие-нибудь будут. Так, тихо. А там были еще кто-нибудь? Забирай. Не помню, забирал ли я такие штуки раньше. В другом месте, но ладно. Мне это уже не важно. Это просто продается, в принципе, денег у нас с вами много. Так, вот здесь тоже что-то есть, да? Сейчас мы восстановим немножко нашу полоску вот этого заражения и вернемся сюда. Погнали, ломаем. Взлом тяжело. Справимся. Быстрее, 20 секунд, быстрее, Эйден. 18. А чего ты, подожди, что ты умираешь-то? В смысле, а что ты умираешь? Низкий иммунитет, используется в грибы. А, иммунитет, точно, все, я забыл. Ну, в принципе, можно не грибы, наверное, можно ингаляторы попробовать. Они все-таки побыстрее будут восстанавливать, 80%, да? Давайте, перейдем, наконец, на ингаляторы. Хорошо, смотрите, 80%. Ну что, идем дальше. Со здоровьем вроде полный порядок пока что. Четыре контейнера получается, если я правильно понимаю это место. Здесь будет 4 контейнера. И в каждом по одному ингибитору примерно. Так, ножи есть еще. Давайте на всякий случай, друзья, вот прям несколько штучек сделаем. Все-таки есть это хорошо, но так неохота, чтобы они закончились прям не в попад. Давайте, не знаю, штук 50, наверное, сделаем себе. Все, 52, хорошо. А, ну то есть еще ниже можно будет спуститься, офигеть. Скорее всего, где-то здесь, да, это можно будет сделать. А, нет, это нижний этаж, максимально нижний. Ох ты жесть, смотри, и ключом надо вскрыть, и руками оторвать дверь. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Хорошо, идеально, я бы сказал. Крикун, кстати, крикун, подожди, крикун, где? Вот.
Да блин, че выбираю? Не то. Ножи. Копченые ребята, да? Хорошо. Да я понял тебя. Не напрягай, пожалуйста. Пошел вон отсюда. Прыткие пацаны какие, смотри. Блин, на самом деле стрёмное место. Здесь нельзя стоять по-хорошему. Лучше не стоять здесь. Да, это он. Это он. Я уверен. Это он. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Слишком характерный такой у него говор. А может быть и нет, не знаю. Девять ножей. В принципе, можем пока, наверное, откидаться. Ингибиторы у нас внизу, да? Ну ладно, окей, погнали. А так, вот так, а вот так. Отлично, с первого раза нащупал. Не знаю, потом будем смотреть, друзья, что достаем. Все потом. Ну, здесь можно кристаллик взять, сейчас. Сейчас заберем. А, подожди, этих пацанов забыл залутать. Блин, слушай. Хожу мимо, думаю, ладно, не буду лутать, там наверняка тряпки какие-то. Обычные зомбачи. Обычные, да, зомбачи. Денежки. Еще есть? Больше нет. Или есть, или нет. Так, что у нас здесь? Не-не-не-не-не-не, пока нет. Мы проходим, да? Да-да-да-да-да. Все, шикарно. Ну, вот сейчас можно и помирать, в принципе. Так, в итоге, кстати, у нас осталось еще как-то место одно, да, вот. Как-то рядом, за стеной. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Баллон, что ли? Походу. В итоге, сколько мы с вами убили этих прыгунов? Что-то порядка 8, мне кажется, примерно. 4, потом 2, потом еще 2. По-моему, да, что-то около 8. И тем сложнее это все, да, именно потому, что мы с вами днем пошли сюда. В этом, собственно, дополнительная сложность всего происходящего. Смотри, там зомбачи бесятся, да, нам ничего не могут сделать. Они, видимо, сюда не могут пройти. Как я думаю. Они где-то здесь, вот за стеной. Но Эйден пока стены не умеет взламывать, поэтому... Мы просто с вами выходим. Да, вы знаете, это было круто. Это было действительно круто и тяжело, потому что
Вроде бы легко сейчас убиваются, да, вот эти вот... Вот эти твари, но все равно есть... Есть момент такой... Мандража, когда ты его видишь, ты понимаешь, что, ну, либо ты его, либо он тебя. Так, хорошо. А, давайте, наверное, мы воспользуемся услугами метро. Хотя можно было бы, по идее, сразу улететь, мне кажется, туда, в наши края. Смысл в том, что улучшить-то можно в любом месте, по сути. Так, 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 как бы отсюда выйти-то, ё-моё? А, вот здесь. Ну, неплохо мы с вами зашли. Очень неплохо. Может, мы сейчас улучшим какие-то модификации. Коктейль Молотова, наверное, я больше не буду улучшать. Я не вижу смысла особого его прокачивать. Слышал, Мэтт сказал своим ребятам... И так он достаточно мощный. В замкнутых пространствах это вообще проблема. Ты себя скорее им сжигаешь, чем зомби. Сейчас мы посмотрим, что продается у мужичка. Ничего хорошего, да? Что-нибудь есть вот такое? О, давай, я все равно лучше не могу найти. Мне все равно ничего лучше не попадается. Хорошо, продать. На 2600, смотрите, мы с вами перенесли барахла всякого. Это при том, что я особо не лутал. Я туда зашел немножко за другим. А мы с вами вон притаранили барахлище. Слушайте, я, наверное, вот это продам. Я не буду этим пользоваться. Мне кажется. Взрывчатку оставлю, наши тоже продам. Геймплей уже устаканился как-то. Мне вот эти вот всякие приманки мясные и прочее, что-то как-то я не знаю. Не особо нужно. Так, ладно, я, собственно, здесь не за этим. Я здесь вот за этим. Смотрим, улучшить. И, внимание, ножи. Поехали. Шикарно, все, максимальные ножички. Это ж просто класс. Так, давайте пройдемся вот здесь. Немножко поулучшаем вот это дело. Так. Вот так. А, вот так, наверное, да. И я думаю, еще раз, вот эту штуку улучшим, да. У нас будет минимальный расход прочности. Притом мы с вами будем бить и огнем, и молнией. Но нужно запомнить, что вверх у нас огонь, вниз у нас молния. По-другому нас не вставится. Ну, вставится, но будет не тот эффект. Все, отлично, закупились, улучшили, собственно, да. Совместили, как говорится, полезное с приятным. Сейчас посмотрим, что у тебя продается, братан. И заглянем в наши вещи, что у нас там нашлось. Восстановление выносливости. Ну, тут урон увеличивается, да, есть смысл, наверное, купить вот эти наручи. За 2800. Ну и что? Зато мы с вами будем в крутой одежде. Смотрим. Здесь можем что-то переодеть. Да, вот эту мы покупали штуку. Берем. Разница в уроне. Ну да, на 1 с лишним % уже хорошо. Что у нас руки? Что у нас здесь? Ничего. Берем. Немножко теряем восстановление выносливости, но я думаю, что это не критично. Я что-то вот упоролся в этот одноручный урон. И ни разу об этом не пожалел. Вообще ни разу. Смотрим, что мы будем улучшать. Конечно же, выносливость. Естественно. Потому как ее постоянно не хватает. Вот сколько бы ее не было. Человеку плохо, какие сапоги. Что вы стоите здесь, дураки, рассуждаете? Все, давайте возвращаться в Central Loop. Посмотрим, куда у нас, собственно, метка показывает. У нас есть туда станция метро? Туда станции метро у нас нету, а куда есть? Вот сюда есть, да? Ну, давайте вот сюда и поедем. А давайте мы, наверное, поспим. Потому что сейчас туда-сюда будет ночь. Мы поспим два раза, получается, да, чтобы... Чтобы утром проснуться. И, кстати, друзья, недавно был патч. Буквально вот то ли сегодня, то ли вчера. В общем, на днях.
И в игру добавили бесплатное DLC, костюм. Но, как я понимаю, костюм будет добавляться постепенно, не сразу. Сейчас я вам покажу, и мы потом второй раз поспим. Вот такой вот костюмчик. Но на танка, друзья, мне это не подходит. Он на двуручное оружие. Наверное, не знаю, но написано здесь какие-то паркурные атаки. Что тут еще? Сопротивление урону. Ну, в общем, все это не мое. Я упоролся именно в одноручный урон. И пока я от этого ни разу не страдал. Хотя с мечом двуручным ходим, что самое интересное, да, но это потому что так получается. Потому что меч хороший. Интересно, однорук будет лучше резать? На мече же вот по факту не написано, какой он, да? Давайте посмотрим. Искусный длинный меч. А к какому типу оружия относится? Где написано? Рубящее? Нет, это не то. Но если длинный меч, то, возможно, это двуручное оружие, да? Кстати, мы можем его замодить. Давайте так сделаем. А, видите, да, мы вставили пламя. А, вот сейчас мы ставим вот эту штуку. Вот. Прочность будет садиться меньше. Потом вот сюда мы вставим с вами вот такую молнию. Пламя у нас здесь старое. И пламя новое вставить нельзя, друзья. И это достать нельзя. То есть, ну как бы все, вставил и забыл. Так, нам же куда же? Нам же вот сюда же, наверное, да? Выходить. Вроде да. Может, успеем еще квестик захватить с вами сегодня? Я думаю, что должны. Подожди, а что темень такая какая-то кромешная? Мы же утром проснулись. Ну, а что темно так? Все, погнали. Ну да. Да, в принципе, так, наверное, добежим, я думаю. Извините. Опа. О, можем это. Подлететь немножко. О, смотри, друган. Друг. Чпоньк. Все. Хотя как-то совершенно странно. Вот ладно бы, чтобы он его догнал, связал там как-то, может там по рации вызвал там миротворцев. Ну, это можно сделать, да, такую скриптовую сценку одинаковую все время. Там типа, поймал преступника там, возьмите себе там какие-нибудь работы принудительные, перевоспитательные. Ну просто Эйден его жестоко убивает, да? Понятно, что он тоже только что убил кого-то и сидел там труп потрошил. Но, блин, как-то... Где ты, чтоб тебя? Друг, ну меня сама судьба к тебе привела, честно. Я не собирался, но давай поговорим. Что такое? Я Хью, а ты пилигрим, который вернул электричество? Так говорят. Говорят, ты помогаешь людям. Бывает. Поэтому меня звал. Помоги мне. Мой сын ушел к водонапорной башне и не вернулся. Я волнуюсь. Как давно он ушел? 6 часов назад. Это давно. Я бы и не беспокоился. Он парень-то у меня крепкий. Но его уж больно долго нет. Сколько лет сыну? Есть разница? Прошу, верни его. Я бы сам пошел. Но у меня дома 3 маленьких ребятишек. Не могу оставить их без присмотра. Хорошо, я его поищу. Здесь опасно. Встретимся у меня, когда найдешь его. Я живу на Lower Dam Promenade. А я на Рафинад. Хорошо. Ну давайте, ладно, ребенок пропал. Скажите, там ребенок лет 25 или 30. Но ладно, давайте уважим родителя. Я сам родитель, и как бы такие все истории немножко мне вызывают ряд эмоций специфических. Хочется сразу побежать помогать, искать и так далее. Хотя подвох ощущается какой-то в этом квесте. Вы жареные, ребят? Да. Тогда я пойду. А что здесь? Подожди, здесь ультрафиолетиком попахивает. Вот отсюда. Или откуда? Не знаю.
Темное пространство, ценные вещи. Мне кажется, самое темное пространство, друзья, мы с вами только что прошли. Это было самое темное пространство. Темнее некуда. 8 прыгунов, друзья. 8. Жесть. Так, а есть в танке? А в танке нет. Да ладно, в баню вас, бандиты. К черту, не хочу. Так, мы можем с танка стрельнуть? Давайте попробуем. Да. Слушай, Эйден вообще такие стал расстояния преодолевать безумные какие-то просто. Подожди, а что там? Включить водонапорную башню. Да. Ну, допустим. Давайте мы, наверное, попробуем сперва разобраться. Так, малыша вроде нет, да? А у меня есть коктейли Молотова еще секунду? Хотя бы сожгу то, что есть. Нет, нету. Тогда мы с вами сейчас что-нибудь наваяем буквально там. Штучек 5. Много не будем. Хочу просто по-быстрому их всех сжечь, чтобы не особо париться. Так, нет, не петарда. Вот давай коктейли Молотова сюда. Слушай, третий уровень зомбачи так-то, да? Могут и не погореть. Поможем. Нам что, жалко, что ли? Так, хорошо. Хорошо. О, тяжелый сундучок. Да что такое? Да где? Ну где? Вот здесь. Нет, вот здесь. Да. Да блин. Все время шляпа какая-то падает. А, слушай, еще один сундук. Что-то щедро здесь. Да блин, все, поздняк. Сейчас коктейль Молотова поздняк пользоваться. Сейчас надо нарезать колбаску. Все, убираем их тогда. Сейчас швырну, забуду, что ножи не стоят. Слушай, здесь куча лута просто фиолетового светится, офигеть. О, тихо. Как запарил лут, вообще ничего хорошего не дают. Я почти все свое оружие крутое, не оружие, точнее, а броню, я почти всю купил. Вообще редко что-то падает кайфовое. О, там мальчишка сидит, да, смотри, малыш, ты что? Привет, я Эйден. Как тебя зовут? Мэтч. Я отведу тебя домой. А что с зараженными? Их больше нет, все хорошо. Тогда я просто останусь здесь. Передай Хью, я вернусь попозже. Отец хочет, чтобы ты вернулся. Переживает. Хью мне не отец. Просто я работаю на него. Как раб. Я больше не хочу это делать. Я не вернусь. Ты меня не заставишь. Что там с Хью? Неважно. Я не хочу, чтобы у других были неприятности. Не бойся. Расскажи. Не лезь, ясно? Это тебя не касается. Ладно, сам с ним поговорю. Хочешь остаться здесь? Конечно. Я не первый раз один в городе. Я могу о себе позаботиться. Ну-ну. Эй, Эйден, спасибо за зараженных. Не вопрос, малой. Так он не батя, получается. Ах ты, гусь вонючий. Взял меня это, да? На эмоции. Черт. Ну все, готовься. Ща мы к тебе придем. А тут что?
Тут просто вода, да, и все. Ну, погнали тогда. Мальчишка, видите, не хочет, да, возвращаться. Ну, понятно. Так, 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 вот сюда, хорошо. А где-то, где-то сундуки сейчас были там за стеной, да? Вот сейчас можно собирать, сейчас удобно. Иди руками маши, загребай все как пылесос. Так, хочу понять, хочу кое-что понять. Где-то вот здесь, вон там. Как нам туда пройти? Давайте попробуем сейчас с улицы разобраться. То есть это получается как-то сверху. Переход должен быть, да, туда? Это, скорее всего, здесь. Я думаю. Да. Что находим? Ну, в принципе, хорошо. Четвертый уровень с тремя дырками. Легендарочка, хорошо. Хотя что-нибудь рубящее мне бы больше понравилось. Вот видите, друзья, видите, что за лут дается? Полная дичь, просто полнейшая. И тут один, да, сундучок получается. В общем, пока мы с башни не будем заморачиваться, давайте вернемся к этому кренделю и навалим ему по щам. Мальчишка, видите, какой, да? То есть он хочет просто побыть один, но при этом осознает, что если он сейчас сболтнет лишнего, то у него будут проблемы. Этот уродец создаст проблем, ну точнее не у него будут, а у тех, кто там тоже трудится в каком-то рабстве, да, он сказал. Посмотрим сейчас, пойдем. Ой, слушай, у вас что-то много, пацаны, здесь реально, я не, спасибо. То, что ты делаешь, нельзя называть газетой. Ты просто пишешь всякую чушь. Так, куда? Вот туда. А, возможно, но нет. Не сюда. Кстати, у нас Эйден может бегать по стенам, если кто не знал. Вот, пожалуйста. Плечи, Элма. Так, 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 так. Ну что ж, давай-ка мы тебя на чистую воду выведем, дружок. Что случилось? Где Мэтч? Сказал, что не вернется. Не хочет больше на тебя работать. О чем это он, Хью? Это не твое дело! Ты послал меня за Мэтчем, так что это мое дело. Тут ты прав. Что ж ты делаешь с этими детьми, Хью? Мэтч наотрез отказался возвращаться. Ладно, расскажу. Я учу их выживать. Что-что? Учу их красть и шпионить. Для тебя? Для тех, кто заплатит. Ты с ума сошел? Если миротворцы поймают их, пощады не будет. Первое, чему я их учу, это как не попасться. Мир охуенно жесток, Пилигрим. Всем плевать на этих сирот. Я это знаю. Я учу их выживать. Разве не этому отцы должны учить детей? Мэтч этого не понимает. Пока что. У него сейчас трудный возраст. Но когда он окажется в городе, поймет, что это я его подготовил. Ты не пойдешь за ним? Я здесь никого не держу. Мы семья. Подожди, а варианты? А варианты какие-нибудь, а? Что-то мне вообще не понравилась развязка. Идите вы в баню. Ну, в какой-то степени, да, он может быть и прав. В этом жестоком мире, ну, наверное, только так и надо. Я не знаю, как-то выживать там. Но это преступная деятельность. Здесь есть еще и законники, да, вот те же миротворцы. Они вообще могут этого не расценить, когда узнают.
И это явно кончится плохо. Так, мы с вами куда? Да не знаю, никуда, наверное, вот сюда. Побегаем немножко. Газета? То, что ты делаешь, нельзя называть газетой. Ты просто пишешь всякую чушь. И называешь себя репортером. 300 метров, я думаю, мы успеем. Так, перекусывайте, ребят, перекусывайте. Я не за этим здесь. Хотя вот мальчишки были такие с ссадинами на лице. Возможно, они получают их на вылазках как-то, да? Ну ладно, пацаны, уговорили, в принципе. Уговорили, ребят, я согласен. Со стороны бы посмотреть, конечно, на все на это, да? Как Эйден таким мечом огромным просто там на раз, два, три, готово. А, нет. Это не то, что мне нужно было. Так, ну мы уж почти пришли. А почему? Ну ладно. Ладно. Я что-то уже это на автомате, на расслабоне тут скачу, прыгаю. И как долго ты сможешь ждать? До конца жизни не простит ренегатов. Я бы сам хотел знать, где группы ждать. Так, а что, может, перевяжемся? Смотрю, там немножко здоровья отнято. Эй, ты! Что-то помалу стало продаваться, то ли игра как-то вырубает вот эту вот возможность к покупке. Мужик чувствует, что я это... Хочешь вернуться скупаю обратно, весь металлолом здесь. Держи биомаркер на виду. В Велидоре. Ты мне что ли сказал? Ты там давай, иди, патрулируй. Такие все борзые, капец. А вот Эйден, кстати, вполне нормальный. Да, он матерится порой, но это просто потому, что так локализаторы сказали делать. Сам-то, может, парень неплохой. Мясник наш самый злейший враг. Но при этом достаточно добрый, мягкий голос, такой характер, как бы неплохой, да, у него. Остальные какие-то вообще, какие-то просто концентрация борзоты и хамства. Давай, проходи, давай, чё ты смотришь? Не знаю, никогда не понимал, в играх вот нафига это надо? Так утрированно делать. Зачастую люди все нормальные, зачастую. И процент нормальных людей на самом деле гораздо больше, как бы вам ни казалось, что это не так, но на самом деле, да. Она ждет же та, слушайте, секретарочка-то, да? Ну да, не нас, правда, ждет она, ну ладно. Его на закуску, да, дорогая? Хочешь с нами? Втроем веселее? Нет, спасибо. Почему это? Я тебя смутил. А где варианты? Извини, я часто смущаю людей. Я подожду тебя, но торопись. Должен признаться, я восхищаюсь твоей настойчивостью. Мне почти любопытно, что ты будешь делать, когда я снова выставлю тебя. Ты пожалеешь. Тридцатилетний односолодовый виски Хайленд, разлит в бутылке за год до пандемии. А как он вот не боится, что его отравят, например, там, или что-то я подобное? Я считал, что один бочонок этого пойла ушел на аукционе более чем за полмиллиона долларов. Ха, какой прекрасный подарок. Твое здоровье, красавчик. Что я могу сказать? Ты пробил брешь в моей обороне.
Значит, тебе все еще нужны эти лампы? А Мэтт сказал, зачем они ему на самом деле? Да, чтобы захватить телебашню. Стой, ты не шутишь? Он спятил. Уж 10 лет, как никто не пытался это сделать. Видимо, это опасно, потому и нужны лампы. Но для работы ламп нужно электричество. А насколько я слышал, его там нет. Люди уже пробовали захватить ее без электричества. И герои, и дураки. И все они стали кормом для летунов. Это проблема Мэтта. Тебе-то что? Проблема в том, что тут что-то не сходится. Разве ты этого не чувствуешь, Эйден? Мэтт хочет подготовиться и защитить город от мясника. То есть нам стоит начать возводить ему памятник, да? Есть одна проблема. Мясник не собирается ни на кого нападать. Откуда ты знаешь? У меня есть свои шпионы, в том числе и среди ренегатов. После окончания войны мы захватили центр города, а полковник обосновался на плотине. И стоит ему дернуть за рычаг, половина города будет затоплена токсичной водой. Полковник не глуп. Он знает, что война станет концом для всех. Тогда зачем мясник напал на закусочную? Она же в центре. Хороший вопрос. Возможно, им отдал приказ вовсе не полковник. Происходит что-то еще. То, чего мы пока еще не понимаем. А что насчет уфэшек? Они-то ему зачем? Джек что-то скрывает. В последнее время он заказывает гораздо больше ламп, чем ему нужно даже с запасом. И часть этих ламп всегда куда-то исчезает. После поставки их никто больше не видит. Зачем Джеку столько уфэшек? А вот здесь, друг мой, и начинается загадка. Джек так и не смог смириться с тем, что не разгромил мясника, когда у него была такая возможность много лет назад. Он знал, что если нападет на плотину, полковник закроет шлюзы, и вода вынесет химикаты из-под земли, сжигая все живое, что еще осталось в этом городе. Патовая ситуация сохраняется уже 10 лет. Каждый ждет, когда другой первым сделает ход. Но затем кто-то вдруг включил электроэнергию, и что-то изменилось. И ренегаты напали на закусочную. Я не болтать пришел, Хуан. Мне нужны лампы. Чтобы узнать, что случилось с твоей сестрой. Верно, Эйден? Я же сказал, что у меня есть шпионы. Возможно, мне удастся что-нибудь узнать о Вальце и о твоей сестре. И о том специалисте ВГМ, с которым вы с Мэттом пытаетесь связаться. Я бы даже сказал, что с моими возможностями я смогу найти этого человека быстрее, чем Мэтт. Я вообще сомневаюсь, что он сможет их найти. Ох ты! Блин, неожиданно, слушайте, непонятная ситуация. То есть он рассказал много забавных фактов таких, да? Про Мэтта, например. А что, если мы попробуем сыграть с этим кренделем дальше? Несмотря на то, что он мне не нравился, да? Возможно, с ним как раз-таки. Поможем друг другу. Разумное решение, Эйден. Ты в городе всего ничего и уже выбрал правильную сторону. Я дам тебе лампы. Это избавит Мэтта от подозрений. Но затем ты сходишь в собор. Там прячется один парень, полный псих, но отличный специалист. Пусть починит эту древнюю шпионскую штучку. Если она заработает, мы сможем поставить жучок на передатчик, который Джек хочет установить на шпиле телебашни. Пусть он делает свое дело. Перехватывая передачи Мэтта, мы узнаем, что он делает с лишними лампами. А знание – это половина победы. Да, но передатчик может еще передавать и все остальное, что самое интересное. Так-то. Угу. Не знаю, друзья, правильный ли сейчас выбор сделал. Но не только сюжету, да? Делать повороты неожиданные. Но я в своем прохождении тоже попробую нечто подобное придумать. Ну что ж, давайте теперь пометки. Нам, наверное, нужно с Джеком, да, сейчас поговорить. Куда мы пришли? Блин, выпустите меня отсюда, пожалуйста. Можно я просто уйду? Вот сюда. Возможно, Джек на какое-то благое дело лишние лампы. Возможно, мне сейчас просто в уши
А возможно и нет. А возможно и нет. Посмотрим, ладно. Так, кстати, у нас там есть очко навыков в паркуре. Очко навыков в паркуре, друзья, сейчас посмотрим. Переходите в прыжок сразу после приземления с перекатом. Да не обязательно. Я хотел вообще взять то, что помогает бошке топтать. Это у нас где было? А, это было в бою, да, это было вот здесь. Мы пока сюда не можем дойти, нам здоровья не хватает. Хорошо, тогда я возьму вот этот вариант. Бегать по стенам вверх. А куда мы идем? Идите в... А, в собор, все. Все, понятно. Я думал, мы с Джеком будем как-то разговаривать. Ну просто тип этот интересный, понимаете? То есть за всей вот его какой-то такой... Не знаю, вот что-то есть в нем такое неприятное, да? Скрывается все-таки вот какая-то такая интересная квестовая линия. Спасибо, с тобой было здорово иметь дело, друзья. И то, что он знает про Эйдена, да, многое знает. Что он ищет сестру, например. А возможно, мы просто сейчас поддались, не знаю, влиянию со стороны, да? И как долго ты сможешь ждать? Ради какого-то интересного развития мы поддались влиянию со стороны. А смотрим, где у нас собор? Может, мы туда это, полетим? Да. На своих двоих полетим, друзья. Вообще-то. Ладно, посмотрим. Не корову проигрываем, как говорится, но... Блин, интересно, конечно. Разрешите, разрешите, разрешите. Ну вот видите, вот мы взлетели. Дальше что? Ничего. Полетаем немножко, ножками пойдем. Вот так вот. То есть особого профита от этого взлета как-то не особо. Так, танчик. Танчик. Танчик пустой. Луан, я выполняю небольшое поручение для Хуана. Мне что-нибудь нужно знать? А разве что, говорят, там водится привидение. Привидение? Чье, зомби? Да, ты прав. Ладно, собор давно заперт, но он ведь в строительных лесах. Думаю, ты мог бы ими воспользоваться, чтобы забраться в окно. Все еще хочешь работать на Хуа? Подумаю. Ну, ты уже большой мальчик. Ну, если что, я думаю, что Луан бы сейчас бы, возможно, сказала что-то типа: ты что, дурак, зачем? Зачем ты это сделал? Там ни в коем случае нет. Не связывайся, там тебя найдут мертвым в канаве, там, с ножом под ребром. Но, как бы видите, она так играючи как-то. Вполне возможно, что она и сливает инфу. Потому что Эйден с ней был очень откровенен. Он рассказал ей все практически. Ну, а чего ты? Ой, да ну тебе в баню, братан, иди ты в баню, серьезно, ты запал, что ты лез, взял, поехал, вниз упал. В чем прикол, я не знаю. Перелезай, так можно делать через забор, ну ты, если ты не знал. А, там смотри, есть какой-то торговец, скорее всего это тот типок, да, который нам нужен. У нас есть кое-что общее, но есть и одно большое отличие. Не-не-не, подожди, дорогуш, не до тебя пока сейчас. Мы потом обязательно с тобой... А, подожди, так это не то место. Да, собор собором, а место-то не то. Это интересно. А как ты по стенам бегаешь, кстати? Слушай, друг ты мой. Как ты преобразился-то, а? Это интересно, блин. Как туда пройти? Говорите мне быстро. Ну вот эта дверь, возможно. Ладно, все, погнали дальше. Я, по идее, и здесь-то не должен был оказаться. Подожди, а можешь вот здесь, Эйден, а ну покажи класс. Чик-чик-чик-чик-чик, да, смотри. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну, в принципе, да, может.
но на определенное расстояние, конечно. Вон собор, вот то собор, друзья. А это был не собор. Это была маленькая часовенка. Собор здесь прям собор. На самом деле. Огромный, гигантский, большущий. Хотя, если Эйден бегает по стенам, я думаю, что он просто может по вертикальной стене забежать. Слушай, чуваки, я просто пойду, ладно? И вы живы будете, и я время не буду терять. А так я вас просто перебью всех. Ну, то есть хотите, да? Хотите, да? Хотите, да? Ну, давай. В каске. В каске, чувак. Я ж предупреждал тебя, друг. Тебя не предупреждал, ладно. Ты ни в чем не виноват. Так, строительные леса, да, про них была речь. Погнали, поищем эти леса. Где они там? Так, ну здесь, наверное, мы не заберемся. Ладно, давайте пока искать. Подожди, а вот это вот вход куда? Просто спрятаться, типа, под фиолетом. Хотя вроде тут он и не горит. Вот они, строительные леса, хорошо. А ну-ка. Шикарно, смотри, он просто... Просто это, по стене забежал и все. Красавчик. Блин, впечатляет, конечно. Добро пожаловать, незнакомец. Здесь заканчивается твой путь. Многие приходили сюда, но никто не ушел живым. Иногда мне даже любопытно, что вы чувствуете. Примитивные существа, воры, одурманенные жадностью. Среди чудес, которые вам не постичь. Но потом любопытство проходит, и я просто убиваю вас. Что за хрень здесь творится? Эй! Ты здесь? Меня зовут Эйден. Хочу поговорить. Так, будь заваруха, да? Подожди, есть коктейли? Немного. Хорошо. Отойди, отойди. Куда-нибудь вот сюда. Оба. Вот так вот. Раз. Отлично. Походу, он специально здесь держит зомбачей, да, для того, чтобы потом натравить их, да, так скажем, на тех, кто сюда придет. Слушай, как он лихо, конечно, это все мечом делает. Просто кайф. Я видел здесь сундук с фиолеткой. Ломаем. Сегодня день сундуков с фиолеткой. Да блин, шляпа. Шляпа выпадает, друзья. Давайте поставим сюда сейчас молнию, да, прокачанную, вот эту. 201 единица прочности. Живем, еще с этим мечом ходим достаточно долго. А слушай, тут в принципе-то много ящиков, да? Давай наломаем, почему бы и нет.
Да блин, вообще все не то падает. Запарили. Где мой лут? Где мои шмотки? Какая засада безумная. Подожди, а мы можем на пианине сыграть? Да? Серьезно? Ясно, все, без комментариев, короче. Запарила эта система, блин. Хоть бы раз выпало. Причем на лучника падает, ну, откровенно больше вещей, чем на этого. На одноручника. Бойца. Так, а по идее, что тут, наверное, таких ящиков должно быть более чем, да? Ох ты, ох ты. Так, вот тут денежки, в принципе. Давайте брать. Синее кристаллическое ядро. Кстати, первый раз такую штуку вижу. По-моему, здесь нет ящиков фиолетовых. В смысле? А, там колючая проволока, понятно. Неплохо бы тут держать одного прыгуна. Тогда это место, наверное, я не знаю, многие не пройдут. Потому что немногие готовы с ним встречаться. Вообще, конечно, эпичное место. То есть, если бы мы отказались, да, сотрудничать с этим Мировингером, почему-то он мне именно Мировингера из Матрицы напоминает больше всего, то мы бы с вами вряд ли бы попали вот сюда, да, в это место. А впереди, возможно, что-то интересное нас ждет, да? Поэтому квест вполне вероятно. Ну что, прыгуна выпускай. Нет? Не будешь? Миротворцы, смотри, сюда захаживали, да? И обоих он убил. Нет, не обоих, гораздо больше. Вполне возможно, сейчас на нас выпустят какую-то другую тварь. Не прыгуна, конечно, но какого-нибудь здоровяка гигантского, огромного. Я такой расклад не исключаю. Да, шипы, баллоны, копья... Ох, что-то это мне напоминает. Нет, сюда мы не можем пролезть, окей. Ну ладно, все, наверное, начнем. Да, в принципе, ножами закидаем, я думаю, без проблем. Хотя, скорее всего, что-то такое сейчас произойдет. Там кто-то ломится определенно. Почувствуй гнев Лито. Жесть. Да ладно, блин. Кто это? Кто это? Зачем он здесь? Друг. Друг. Мне кажется, у тебя проблемы, по-моему. Тихо, 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 тихо. Что-то это, подожди. Да подожди ты, дайте встать-то, уроды. Да ладно, брат, иди, давай, отдыхай. Чё нет-то? Это было очевидно. Что здесь, блядь, творится? Против таких ножей не устоит даже прыгун, не то что твой этот перекачанный амбал.
зря, что ли, их качал все это время. Я всю игру их качал, друзья. Я только к этой серии закончил прокачку этих ножей. Я за кадром фармил просто килограммами эти головы, чтобы впоследствии кайфовать вот в подобных схватках. Я бы и так его затюкал, естественно, но, блин. Мне интересно было посмотреть, он вообще умеет уклоняться? А как выясняется, нет. Ты его просто забрасываешь ножами, и он просто сдыхает, как... Не знаю, обычный рядовой зомбач. Забавно. Прямо как жучок, не знающий, что его сейчас растопчут. Есть для тебя работа. А у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, тебе нравится эта комната. Потому что она станет твоим склепом. Эй! Прекрасно. Кабели. Нужно найти источник. Ну, погнали, найдем. Конечно, немного обидно за боссов, что вот они вот так вот берут, да? И банально сливаются. Я хочу поговорить! Эй! Слышишь меня? Хотя другие, кстати, зомби большие, да, такие. Они... уклонялись в какой-то момент от ножей. Как бандюги, да, начинают потихонечку уклоняться. А этот здоровяк, получается, как дурак протоптался. Есть для тебя работа! Ну, видимо, выходи, он по сюжету, ну... я думаю, такой ослабленный, скорее всего. Таким и должен быть, наверное. Так, кабель идет сюда. Потом идет наверх, да? С этой стороны мы явно не залезаем. Давай, чуваки, лезь сюда. Лезь ко мне, сейчас будем со всеми разбираться. Братаны. Эй! Ты! Где ты? Отстань от меня! Я понял. Эйден! Ты что делаешь? Ты зачем так упал? Сдурел, что ли, друг? Ну так нечестно. Я так не хотел падать. Но мы туда не долетаем, тут к бабке не ходи. И наверх мы вряд ли долетаем, да? Ну иди ты давай, ну что ты? Мужик, не мешай. Видишь, я думаю. Чапай думает, не мешай. Я зажал Ctrl, чтобы ты не разбился. Ты взял и разбился. Зачем? Постоянно откуда-то звук колоколов такой есть, да? То есть Эйден срубает голову или убивает зомби, и постоянно такой бам! В этот момент, я не знаю, то ли здесь так сделано специально, то ли это просто совпадение. Нет, скорее всего, это просто совпадение, потому что сейчас был тоже бам. Так, ну, а чего ты? Давай вот сюда. Нужна хорошо. Твоя помощь! Ты вломился ко мне! Ты убил Литу! Тихо! Что тебе еще? Поговорить хочу, говорю. Выходи, давай. Запарил. Где же ты? Послушай меня, чудила! Зачем я тебе? Оставь меня в покое! Угу, понятно. Так, но, понятно-то понятно.
Ну, давайте попробуем пройти, наверное, вот через это место. Или через какое? Через вот это. Подождите, мужчины! Дайте я, пожалуйста, пройду. Рядом контейнер с ингибиторами. Вот это уже ближе к делу. Я не знаю, мне кажется, никогда не устану вот это все делать именно мечом. Это настолько эпично выглядит. Просто офигенно. Подожди, ну по идее же мы... Что? А, ну вот что. А там что? Подожди, секунду. А контейнер с ингибиторами где мой? Даже зачем-то можно залезть, потом вот туда прыгнуть, потом ничего. Ну и что? Ничего, тоже результат. Ладно. Контейнер где? Быстрее говори. А вот он, да? Да-да-да. А ну открывай. Так, посмотрим, что мы, кстати, там с вами можем прокачать. Нет, не то. А, да, мы можем еще повысить выносливость. Прекрасно. 12-й уровень выносливости и 1-й уровень здоровья, друзья. Вы умеете так играть? Вот я так играю. Так, но нам на самом деле не сюда, да. Нам куда-то... А куда? Кажется, что-то вырисовывается, но я не уверен. Да, смотри, нам вообще на верхотуру куда-то нужно. Жесть. А, да? Я на люстру мечу. Так, секундочку. Неплохо он здесь устроился, смотри. На самом деле, да, к нему без подобных навыков ты просто никогда в жизни не попадешь. Это значит, либо у него здесь интересные какие-то варианты попадания сюда, да? Либо он тоже обладает подобными навыками. То есть он тоже либо какой-нибудь ночной бегун, ночной прыгун, там какой-нибудь... Этот, да? Тихо, Эйден, подожди, давай вот сюда. В принципе, справимся. Ну что, мужик, куда побежишь дальше? Все выше и выше будешь бежать. Смотри, падать будет больно, братан. И завязывай, тормози уже. Так, я не знаю, зачем мне? Мне мусорки не нужны. Мне максимум нужны какие-нибудь контейнеры, да? Кстати, вот здесь вполне может лежать неплохое оружие. Так что можно заглянуть. Оружие лежит. Какого цвета? Зеленого. Ну, как минимум, на продажу пригодится. А почему ты сюда не можешь зайти? А вот сюда? Нам вообще нужно наверх, например, для чего-то?
Ну, как бы теоретически да. А, то есть... Ну, окей. Короче, пока непонятно. Ладно, лестницу сбросили. Уже хорошо, пока давай ломиться в дверь. Сюрприз! Эйден, ну что такое, а? Ну ё-моё. Мы сегодня с тобой сколько? 8 прыгунов убили. А ты по щам выхватил просто как дилетант какой-то последний. Стой! Почему он, допустим, не швырнет коктейлем Молотова или ножами какими-нибудь метательными? Ну я имею в виду вот этот чувак. Изобретатель этот безумный. И Эйден бы сразу приуныл бы, я думаю, на этой крыше. Давай, убей меня. Только скажи моему сыну, что я умер как воин. О чем ты говоришь? Убей меня. Она ведь за этим прислала тебя. Понятия не имею, что это значит. Я предлагаю работу. Что? Значит, ты не убийца? Нет. Я пришел поговорить. Ты ведь инженер? У меня есть имя. Курт. Что тебе нужно? Так, что за женщина хочет тебя убить? Вагина дентата. Пизда с зубами. Что? Сука, которая хочет, чтоб ей принесли мои яйца на тарелке. Так, понятно? А, понятно. Я могу помочь. Ты не знаешь, насколько она опасна. Я же справился с чудовищем. Лито? Да она просто баллонка с микрофоном по сравнению с ней. Кто ты вообще такой? Я бисер, что мечет перед свиньями. Я король без королевства. Я трагедия во плоти. Ясно. Ты сказал, у тебя сын? Его забрали у меня, как и все остальное. Я тебя понимаю. Ха, плюнь в любую сторону в городе, и попадешь в человека, потерявшего близких. Ладно. Ты что там тебе было нужно? Я хочу установить жучок на радиопередатчик, но его надо починить. Я в долгу не останусь. Без запчастей не починить. Каких? Обмотки конец. Ты можешь найти замену в Северной башне. Военные оставили там свое снаряжение. Как его найти? Оно должно быть защищено от непогоды. Так что ищи под антенной. Ясно. А что хочешь взамен? Оставим это на потом. В качестве сюрприза. Я не люблю сюрпризы. Удачи! Интересно, у нас продолжение наклевывается. Но, вы знаете, все-таки мне не дает покоя кое-что. Лестницу мы сбросили. Откуда? Самый большой храм страны. Люди верили, что внутри живет Бог. Но я сижу здесь уже лет 10 и пока его не видел. Интересно. Интересное сравнение. Давайте-ка мы попробуем все-таки залезть на последующих. Вот туда наверх. Определенно там что-то должно быть. А уже за обмоткой пойдем в следующей серии. Не знаю, друзья, правильно я выбрал сторону, что Джека, как бы так скажем, ну, подставил, наверное, что ли. Я даже не знаю, как сказать. Похоже на то, что да. Вроде как, я, видишь, связался с этим Мировингером, да? Он же Хуан. Не знаю. Буду думать, что получил какую-то более интересную развязочку. Пиздец, какой трудный подъем. Чудесно, да? Подожди, а, так нам сюда надо, ё-моё. Вершина достижений и венец славы наших предков. А мы карабкаемся по нему, как мартышки. Да ну, не, так нечестно. Я думал, здесь что-то интересненькое будет лежать. А мы сюда просто вот за этим залезли, серьезно.
Ну, хоть ящик фиолетовый, ну хоть что-нибудь. Хоть статую дайте мне такую. Домой заберу. Ладно, давайте. Ну, так получилось. Я не собирался, правда, за этой штукой идти. Мне просто было интересно, что здесь наверху. Потому что лестница-то неспроста скидывается. Нашел. Молодец! Вижу, тебя трудно обескуражить. Я упрямый. Хорошо. Возможно, ты мне пригодишься. Возвращайся! Но, друзья, теоретически, подожди, Эйден. Теоретически. Да. И, возможно, даже практически. Мы можем залезть на самый верх. Зачем, я не знаю. Но пока лезется, давайте будем лезть. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, где мы с вами оказались? Выше только, да, вот то здание и небо. Я думаю, ну-ка давайте примерно прикинем, что действительно выше. Я думаю, что да, вот те несколько зданий, возможно, выше. Ё-моё, друзья, у кого проблемы? Да, не смотрите вниз. Ну, в смысле, на экран. Слушай, прикольно было бы, если бы здесь что-то лежало, да, такое прям крутое. Так, ну ладно, давайте мы тогда, коль такая пьянка, сдадим этому кренделю квест, например. И, возможно, уже в следующей серии мы пойдем дальше. По каким-то более интересным событиям или менее интересным, но по другим событиям. Какой молодец, залетел прям, смотри, да? Интересно. Но хотя бы можно пока не разговаривать с ним и немножко осмотреть его жилище, да? Как он здесь устроился. А здесь? Нет, кроватка недоступна, но, возможно, станет. Доступна после квеста. Но больше здесь ничего интересного нет, да, получается? Ладно, друг, держи свою обмотку. Нашел? Хорошо. Подожди минутку. Уже готово? Было несложно. Ладно. Что за сюрприз? Что ты хочешь взамен? Ты мало что можешь мне предложить. Стоп, что? Я программист, живущий среди людей, которые только едят, срут и спят. Что ты можешь мне предложить? Свиную шкуру? 5 бутылок самогона? Сюрприз в том, что я сделал это за твою дружбу. Ого, вот это сюрприз. Я польщен. Ага. Ты обошел мои ловушки, справился с защитой. Давай доверять друг другу, Эйден. Это и будет моей наградой. Хорошо, Курт. Им спасибо. Интересный поворот, да? Смотрите. Разблокировали убежище Курта. Да, 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 да. Я предположил, но, видимо... Если бы мы отказали ему в дружбе, да, я думаю, что вряд ли мы бы разблокировали убежище. Давайте мы вот здесь с вами остановимся в этой серии напоследок. Еще немного посмотрим на город. Блин, классно, здорово. Я не жалею, что я свернул не туда, так скажем. Скорее всего, я получил что-то более интересное. Я буду на это надеяться, по крайней мере. Ну, а дальше там все эти закулисные игры, Игры престолов, мне, если честно, наплевать, как и Эйдену. Он должен найти сестру, я должен ему в этом помочь. И, как говорится, все средства хороши. На сегодня все, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока!